Найс, хорошее начало, 0-3, блядь. Великолепный початок. Найс. Хорошо! 2-0-2, Monkey Queen. О, меня пришел убивать. Клюс. Почему я стою здесь один? Почему меня преследует Monkey Queen? Где мой огр? То есть долбоеб на огре, думаю, что могу ставить соло против Monkey King и Вивера. А, ну да. Sims Gucci. 0-6, это чей стрим? Мой стрим. Окей, я умер. Нет, смысла ничего нажимать. Ладно, мы проебали, это конец. Нету саппорта. Просто бегает даун без итемов. Нет, это скрытый пул ГГ. Ага, бля, нихуя себе. Агентство ГБ на Хайден пуля. Здорово. Блядь. Ну попади, ну сука, ну блядь. Ну один бим. ОФК нет. Бля, жесть. Ничего не сделать, 0%, сори. Ну, здорово. А вот и мидеры подъехали. Он его убил, блядь, еще. Блядь. Здорово, микро Виталий. Че там ПО микрочеликом? Я уже задонатил котам сегодня, а ты? Помоги микрочеликам, и весь интернет будет говорить каракос каракас, артас котов спас. Какой хороший Спаси котиков из скрытого пула. Придай смысл своей жизни, ты же от одиночества с ума сойдешь. Микровиталь. Блять, что за рофлы? Микровиталь. По-моему, мне надо удлинитель захуярить. По-моему, тут уже Яша не спасает. Ну почему не мне, блять? Я первый нажал. Суки. Ох, нихуя. Даблкил, блядь. Просто не с хуя, сказал я. Че, мы деремся? Че не крыли делают? Ясно, не крылит. Найс. Это было умно, не крылит. Да блядь. Ой. Ой, ой, блядь. Ой, папич, ебашь. Первый. Ну где просвет? Ну хоть раз. Почему курица сдохла? Жесть там нарезает. Почему курица вообще была в файте изначально? Блять, у вас перекосило все. Меня под вардом драться. Ой, блядь! Под вардом идеально раз... Идеально! Идеально! Под вардом вот забайтил как просто уровень бог. Next level. С ларком. Microchelic.com. О. Капец, жесть. Минус 2 уже. Хорошее начало. Куда они идут? Почему они все вниз идут? Они что, блядь, ну дебилы, ну. Ну ебаные дебилы, ну. Hello, retards! Why you won't go meet? Что, сын шлюхи, здорово. Пэм, пэм, пэм. Не. Помощь? А, ясно, я понял. Что-то по помощи. Да первый, да, ебать. Найс войс. Просто я реально не понимаю, почему вот так. Вот почему он здесь? Почему другой долбоеб здесь? Почему мы не убиваем вышки? А почему нет? Почему нет, блядь? Ну нету ни одного логического объяснения. Ну почему нет? Почему там же герои мертвые? Почему мы не убиваем Т3 вышку? Почему мы не убиваем не коцаем бараки? Почему, блядь? Почему за меня? Почему я умираю Старка прямо сейчас? На меня Старк побежал.
Хелп, дауны, уроды, суки! Это надо идти батя тащить. Окей, он испарился. Класс. Блядь, какой-то пиздец. Никакого просвета нихуя, спасибо. Два инвизных героя без просвета. Купа умудряется кого-то убить. Мы никого не убиваем, никакого просвета, нихуя, никакой помощи. Просто, блядь, просто хаос ебучий. И инвизные герои убивают моих саппортов. Просто ноль детекшена. Просто дети шлюх. И игру невозможно вот закончить. Какие-то... Чего не коцает, блядь? Чё за хуйня вот? Я даун или чё? Почему его не коцает? Что за бред? Все дауны. Они крыли, просто умер, но заебись. А помощь будет, не? А, ну все АФК тоже нормально. Ох, нихуя, скади. О, бля, ебать, жесть. Ну помоги ты, блядь. Зачем ты бьешь вышку, блядь? Я главе помогаю, главе помогают. Пиздец, блядь. Надо убегать, мы проебали файт. Ну, типа, мы убили бараки, тут уже все. Ставь лайсину, если у тиммейтов мама псина. Ням-ням. Добрый початок. Никого-то убили даже. Мы выиграем, потому что Monkey King, собственно, overrated герой, это раз. Типа, он ничего не может. Во-вторых, квапа в лейте, в принципе, слабая. Да. Кэрри у него заебись, конечно. Ну и Виверна, это useless герой, опять же. У противника просто пик хуже. Это единственная причина, почему я выигрываю с командой аутистов. Ну и то, что я тащу, конечно. Думаете, мне приятно пока доныть? Я не знал, что у меня команда таких хуесосов ёбаных. Просто умерли, блядь. Сдохни, ёбаный даун. Хороший герой, проверяйте. Юзлес помойка. Эх, сейчас бы напасть, но сори, хуесос на огре фармит лес! Сын, блядь, ебаный, блядь. Пизда. Всю игру, всю, блядь, игру они не могут собраться и по одному фидят. О, чел на огре пошел, смотрите, пошел класс показать. Кинуть, блядь, колбу или что он пошел, я не знаю. Наверное, очень важно кинуть игнайт. Добрейший вечерочек. Капитан Пабзан. Все, наконец. Командующий 1К по мойке докладывает ситуацию. Кутя доставлена на стол, заправлена максимально вкуснейшими сабжами. Да, да, файт. Агенты Гейбена отправлены на перерыв. Иди для нахуй. Вашего спокойного кушания. Пабзанство. Мне просто заебало, я не могу это терпеть уже. Я лучше напишу и проиграю, чем я буду терпеть это говно. Не хочу играть просто больше, я устал тащить, я не могу, это... Я не могу больше это продолжать. Понимаете, мне проще нафидить и проебать игру, чем продолжать это тащить. Не заслуживает победы, я не могу это, я не могу больше, у меня нет сил, мои силы закончились. Я просто не могу больше, я просто не могу, я даже не нажал сатаник, я не нажал Hurricane Pike, потому что я больше не могу играть, я не могу, все, все, блядь, мои силы закончились, я не могу, я 50 минут терпел, 50, блядь, минут, я не могу больше, я просто не могу, блядь, не могу, блядь! Я не могу это терпеть, блядь, я не могу играть в скрытом пуле, я не хочу это терпеть, этих тварей. Они все руинили игру каждую секунду. Я единственный, кто тащил 50 минут. Я единственный, кто охуенно играл. Единственный, кто тащил. Они руинили, 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 руинили. Я не могу, блядь, больше. Я не могу. Они даже не могут убить квапу, блядь. Они не могут. Они не смогли. Ульт. Ульт, блядь.
Нет шанса, блядь, животное. Я просто верю в то, что все худшее произойдет, что может произойти в жизни с этими, блядь. С тем, что именуются моими союзниками. Здорово, отец Виталий. Благодарю за подружку. Забывай юза оттолкалку. Я не хочу, блядь, ничего юзать, я не хочу играть. Я не хочу ничего играть, не хочу ничего юзать, я не хочу, блядь, ничего делать, блядь. Я не могу это терпеть. У меня нет сил, я не могу просто терпеть это все. Помню, кто-то про РММ говорил, что он такой плохой, фидей, плачет. А этот кто-то всегда играет до конца. Я играл до конца. Какой, блядь, РММ? Подъебали его. Тот баун, который баунти рун забрал, ты меня только что сравнил с имбецилом, который пошел фидить с нулевой минуты, когда он не взял баунти рун. Ты что, дурак, блядь, или что? Я играл 50 минут, алло. 50 минут. За 50 минут человек смогли только один раз пойти в пятером. Один раз за 50 минут. Я не могу это больше терпеть. Мои силы закончились, все. Ну-ка. Я фьюжу на похуй, мне плевать. Для меня эта игра закончена давно. Ну, короче, как всегда. Фривин абсолютно. Игру, которую я выиграл в соло, 4 дебила не могут закончить, потому что ни разу за всю игру в пятером их не было. Ни разу. Ну, один раз. Вот когда один раз, сразу минус бараки, причем 5 на 5 файт. Все, дота на сегодня все. I'm done. Сдался я потому, что я в доту играю уже 14 лет. И, собственно, я не готов спустя столько лет еще и в хайденпуле сидеть потеть. Даже, блять, ради стрима. 50 минут я играл, я им эту игру выиграл. Мы проигрывали просто в говнище, я в соло перевернул игру, в соло. Мы вынесли бараки, когда наконец-то один раз собрались и подрались 5 на 5, причем все были живы. Но было миллион возможностей подраться 5 на 4, 5 на 3, когда противники были мертвые. Там 4 на 3, 5 на 4. Фривин игра, то есть, ну, был луз, я сделал фривин, я в соло перевернул, и 4 дауна продолжали руинить каждую секунду, и мои силы закончились, я просто не могу. У меня просто нет сил, что могу поделать. У меня нет сил страдать в скрытом пуле, продолжать стараться защитить этих мразей, которые не хотят выигрывать. Я лучше проиграю. Мне проще проиграть и просто выйти нахуй с игры. Вот реально вот, мне ой, бля, проще сделать. Проиграть это легко. Ты взял и проиграл, а тащить это 50 минут, продолжать тащить 4 мрази. Я этим всю жизнь занимался, а я просто устал, не хочу. Можешь посмотреть предыдущие ролики. Яко. И подписаться не забудь. Ну если не ферспикну, то я не буду играть на кэрри, получается. И получается, я обязан ферспикать. Это тупик. Говори, глупец. Во. Ты сам тощупал манки Хуинга. Катал бы на нем на стримыче. Билд бы собрал от величайшего. А вообще, папич, как ты относишься к визажу? А Манки Кингом ни разу не играл вообще, ни разу. Мне этот герой не нравится, мне кажется, он слишком useless, мне кажется, он дерьмо, мне кажется, он overrated. Я не знаю, те, кто считает Манки Кинга имбой, в моем понимании, по-моему, в доте мало понимают. Как он может быть имбой? Как этот герой может быть имбой, я не понимаю, если... Все, что где он сильный, это только в начале на ланинг стейдже. И если он получит, собственно, ну, засноубольца с лайна, там, 3-0. Как он может быть сильный, там, не знаю, в мидгейме, в лейте. Даже на лайне, если ему нормальный ответ на лайне дали. Как может быть сильный даже на лайне? Если там как бы нормальный герой против него стоит. Блять! Что это за фиссура? Он меня еще и заблочил, я не могу крипа добить. А не добил. Бать, это фиссура. О, да ладно, тинкер. Долбоёб. С папичем. Меня переиграть пытается. Он вообще знает, кто я, блять, или... Блять, самоуверенный стрим-снайпер. А вот и самоуверенные стрим-снайперы подъехали, здорово. Ха!
ты катаешь, челик? Говори, глупец. Папа, блядь, ты все равно лучший. Желаю хорошей игры. Хотелось бы с тобой поиграть без стрима. Я не играю никогда в пати вообще. Или что ты имеешь в виду? Против меня там поиграть без стрима или что? Ладно, похуй, я сейчас пойду возьму в ботл что-то. Что? Как? Ну как это возможно? Блять. Спасибо. Долбоёб ЛСный. Это видели? Перед носом, блять, лежит у долбоёба. Просто, блять, просто. Я ему проиграю. Вот стрим снайпер не берется. Да, да, не берется. Не играется в доту, не умеешь ты, блин, забей. Не берется, конечно. Не берется. Можно сделать цепи, повезет, убью. Ой, хорош. Говори, глупец. Здорово. Так ты пойдешь ли в военное ремесло 3, и я не могу. Нет, понять, не сегодня. По какому принципу ты на поиске задаешь оценки клинам. Там за хуя единиц, но объективны ли они? Единица фильма, который я не досмотрел до конца. Вот так вот. То есть, если фильм мне показался унылым говном, вообще просто говно ебаное. Я его не досмотрел, ставлю единицу. Почему Манки Кинг сразу так, не блять, ставит? Он же может в конце быть охуенным. Таких фильмов много, блять. Задумываться, почему челики играют, как они играют. Глупич. Ну, да, Манки Кинг хороший герой. Всегда все на нем хуево играют. Никогда он не тащит, просто никогда. Зато все считают его имбой, конечно. Когда герой говно, блять. Говори, глупец. Не против тебя, а поиграть в пати на нормалах, но без стрима. Заодно и пообщаться с величайшим. Не, ну, это, понимаешь, это невозможно по множеству причин. Вот смотри, ты же не один такой хочешь, правильно? Это очевидно, многие хотят, не ты один. То есть представь себе, ну, я буду играть со всеми своими фанатами. Мне даже банально жизни не хватит на это. Ура, Тинкер текст собирает. Против ВК, найс, задумался. Найс крип. Нихуя вам. Ой, бля, ёбнул, охуенно. А чё было вообще? Здорово. Ну все, отъехал. Да, ладно, еще жив. Ну почему оно не нажимается? Оу, нихуя он съебался, пиздец. Ботл пей, пей ботл. Это обидно, блять. Две смерти подряд. Это обидно. Хоть раз в жизни будет такое, что когда я нажимаю на курицу, она куда-то не летит в этот момент. Плиз, хоть раз. Сколько у меня ненависти к снайперам, просто, просто пиздец. Играй против 5 контрпиков. Блять, почему вы все здесь? Бля, я... Пиздец. Просто... Ой, обезьянка. Я минус паралит, я просто... Не могу дофармить Бурису. Seems good. Быть стримером, быть дауном. Просто все полезные, блять. Все, все, все 5 героев. Сайленсы, станы и ловят. Просто конченые хуесосы. Говори, глупец. Ща бы за 200 рублей челика глупцом назвать точка, 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 да, он нужный точка, 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 хуесос. Каждый стрим бездарные долбоебы. Просто максимально потеют, пикают максимальный контрпик. Все, блять, 5 героев представляют для меня угрозу. Просто нет ни одного юзлесс героя. Просто нет юзлесс героев. Просто ебаный в райскинг. Вау. Вау. Вау, нихуя он съебал. Никита Степови, хуесос. Ура, БКБ собрал. Когда игра уже закончена, блять. Окей, я погиб. Вау, круто засейвило. Ой,
Вау. Бля, ебать ты пиздата. Ну все. Ебучий шторм. Зажжут! За моего отца. Спасибо! Спасибо. Я не поставил звук Warcraft на 5К. Только на 2К поставил. Дякую. Я погиб. Да, я умер. Даже не могу задочить, блядь, ебучий фрискин. Гайс! Гайс! Seems good! Кайф! Вышка не умирает! Сука! Просто вышка не умирает! Нет урона! Герой без урона! Бля. Это как? Скажу, у меня герой сильный. Просто кайф. Даже Шейкера не смог убить, даже одного героя не смог убить, блядь. А, блядь. Ну не знаю, у нас есть шансы, потому что у шторма мало бластонов. Варис Кинг уже почти дошел до максимума. То есть дальше он будет, ну, как бы не будет слава сильнее, только мы будем слава сильнее. Тарас, что такое? Ну у Тинкера нет байбека, никто не дефает. Все стоят АФК. Хороший герой Маки Кинг. Просто обожаю его в своей команде. Просто ебаная юзлес мусорка. Всегда! Абсолютно каждую игру просто юзлес дебил. Не то, что там low impact, а именно useless каждую игру. Ой, какой дум! Ладно, КД, прощаю. Ох, нихуя. Пизда ты. Кто-то не даун, на Аегис ворваться. Сейчас бы на Аегис ворваться, гениально, просто 10 из 10. Просто аутисты. Бля, он выиграет, ебать, нихуя себе. Бля. Какого хуя? Я бараки лучше буду убивать. Аутист, сделай что-нибудь, блядь. Говори, глупец. Улетим. Ты же не забыл ответить себе на вопрос, нахуя ты такой вообще живешь? Ты же мусорный игрок, которого всё, когда-то забустили до 7К, а теперь он слился до своего реального 5К помойка. И вовремя троллинг я выиграл. Так это за то, что ты единственный стример, который признал свою нетрадиционную ориентацию. Блядь, сука, охуеть. Блядь. Да блядь, зафиксировал. Урофлят, нахуй, блядь. Да не меня вышка, кого-то другого пресс. Фиксирую! Ну Крис! Ай, блядь. Они проебали, когда только что на меня ворвались на Аегис. Это был просто... Они даже Аегис не убили. Привет. Хотя, что еще ожидать от Шейкера? Шейкер Soul Heart, который фидит Эмбера просто по КД. Что еще такого ожидать? Ну тут Тинкер скорее затащил. Хотя он ошибался много раз, но... Я даже гимнач не хочу врубать, у меня... все. I'm done for today. Тут скорее Тинкер затащил, не я. Но Тинкер тоже много ошибался, но как бы... Скорее все равно Тинкер выиграл. Банально потому, что Тинкер может быть полезен, а я не могу быть полезен. То есть мне очень сложно быть полезным, я могу только фидить. Абсолютно ну, все. Как оно играть с лучшим Тинкером мира 2 игры подряд? Топ 188 ранг, я с тобой сыграл. Ссылка удалена. То есть, лучший в мире Тинкер топ 188. Лучший в мире топ 188. Ты понимаешь, насколько легко взять на Dota Buffy топ 188 на героя? Ты понимаешь, насколько это легко? Или ты имеешь в виду топ 188 ранки, да, вообще? Это тоже легко. Если это речь про Dota Buff, то не взять для тебя. топ 188 это супер легко. Если это речь про ладдер,
то взять топ 188 это тоже очень легко. Так что я, ну, если это ты типа играл на Тинкере, то я не понял воебона, не в обиду. Базара 0, Тинкер хорошо сыграл, базара 0. Ну, кстати, я не считаю, что он прям меня намного лучше сыграл, просто я ничего не могу сделать. Блядь, да ты сам это сказал. Он тащил базара 0, но он мог тащить, а я не мог. Можешь посмотреть предыдущие ролики.